уже поверили, что он стал традиционным и как минимум одним из самых сильных в мире. Thank you very much for accepting our invitation, and now I believe you will trust us that this tournament is a traditional event and it has become at least one of the strongest in the world. Конечно, его сила будет зависеть от того, будете ли вы в нем участвовать, и будет ли он интересен для всех зрителей, для всех тех, кто поддерживает шахматы. Of course, much depends on whether you take part in such tournaments and whether it will be of interest to spectators and to all those who support chess in the world. Думаю, что Россия заслужила быть местом проведения такого сильнейшего в мире турнира. И могу подтвердить, что президент России уделяет большое внимание тому, чтобы шахматы в России оставались популярным видом спорта. Очень приятно видеть и тех, кто принимал участие в турнире в предыдущие годы. И это говорит о том, что вы действительно нам верите, что вам комфортно в Москве, что вы любите здесь играть. I'm very pleased to see here all those who took part in the previous chess tournaments, and this testifies to the fact that you trust us and that it is good for you and pleasant for you to play in Moscow. Конечно, тот факт, что игры Алтари проводятся в сочетании с чемпионатом мира по блицу, где будут участвовать также все сильнейшие, или почти все сильнейшие шахматисты, придает этой неделе, десятилетке особый интерес. And of course, it is of special interest that the classical tournament, the tournament world, is held in combination with the World Blitz, the championship. It gives a special interest to the events. Я хотел бы поблагодарить за возможность провести этот турнир и тех, кто смог организовать это событие, и наших партнеров и спонсоров, названия которых вы все можете и объявить наш турнир открытым. In conclusion, I would like to give you the welcoming words of Alexander Dmitrychuk, our president, the president of our Chess Federation, and to declare this event open. Сейчас мы приступим к официальной части открытия. Now the official part. Dragon of Lots. И пригласим судью для приведения на гребёрке господина Гейсона. And we invite Mr. Гейсон, Гейсон. Значит, я просто обращаюсь ко всем участникам. Руслан Брон. Номер 8. Ladies and gentlemen, tomorrow we have the following pair. Carson Anand. Завтра играет Carson Anand. Murjevic Switler. Murjevic Switler. Gelfand Ponomariov. Gelfand Ponomariov. Aronian Leko. Aronian Leko. And finally, Ivanchuk. Ivanchuk. Can you repeat this? Yes. Ivanchuk. Yes. Ivanchuk. No. I repeat. Excellent job. Yes.
Повторяю, Карлсон Крамник. Бразилиевич Свидлер. Второй из девятым. Дети с восьмым. Бразилич. Лево. Яко. Лево. Аронян Лево. Судейская коллегия решила, что Карлсон играет с Крамником. Повторяем еще раз по-русски. Карлсон – Крамник, Морозевич – Лека, Гельфанд – Пономарев, Аронян – Свитер, Иванчук – Анатолий. Слушай, ну ты портишь всю картинку. Я тебе сказал, я тебя выгоню сейчас отсюда. Я тебя сейчас выгоню. Еще раз предупреждаю. Я тебе сказал. Сейчас ты мне... Я бы хотел, чтобы руководитель нашего пресс-клуба сказал пару слов. I'd like the leader of our press center to say a few words. Since his work will be directly involving you. Уже поверили, что он стал традиционным и как минимум одним из самых сильных в мире. Thank you very much for accepting our invitation, and now I believe you will trust us that this tournament is a traditional event and has become at least one of the strongest in the world. Конечно, его сила будет зависеть от того, будете ли вы в нем участвовать и будет ли он интересен для всех зрителей, для всех тех, кто поддерживает жанр. Of course, much depends on whether you take part in such tournaments and whether it will be of interest to the spectators and to all those who support chess in the world. Думаю, что Россия заслужила быть местом проведения такого сильнейшего в мире турнира. И могу подтвердить, что президент России уделяет большое внимание тому, чтобы шахматы в России оставались популярным видом спорта. Мне очень приятно видеть и тех, кто принимал участие в турнире в предыдущие годы. И это говорит о том, что вы действительно нам верите, что вам комфортно в Москве, что вы любите здесь играть. I'm very pleased to see here all those who took part in the previous chess tournaments, and this testifies to the fact that you trust us, and that it is good for you and pleasant for you to play in Moscow. Конечно, тот факт, что Игорь Алтарь проводится в сочетании с чемпионатом мира по блицу, где будут участвовать также все сильнейшие, или почти все сильнейшие шахматисты, придает этой неделе, этой десятидневке особый интерес. And of course, it is of special interest that the classical tournament, the Town Memorial, is held in combination with the World Blitz Championship. It gives a special interest to the event. Я хотел бы поблагодарить за возможность провести этот турнир и тех, кто смог организовать это событие, и наших партнеров и спонсоров, название которых вы все можете увидеть, и объявить наш турнир открытым. And in conclusion, I would like to give you
the welcoming words of Alexander Dmitrievich Rokoff, our president, the president of our Chess Federation, and to declare this event open. Мы приступим к официальной части открытия. Now the official part. Жеребьевки. Руслан Брон. Номер 8. Ladies and gentlemen, tomorrow we have the following pair. Карлсен Ананд. Завтра играет Карлсен Ананд. Мурзевич Швитлер. Мурзевич Швитлер. Гелфанд Пономарьев. Гелфанд Пономарьев. Аронян Леко. Аронян Леко. And finally, Иванчук. Иванчук. Повторяю, Карлсен Крамник. Бразилия 4. Карлсен Крамник. Второй с девятым. Дети с восьмым. Бразилич. Лево. Яко. Лево. Аронян Лево. Судейская коллегия решила, что Карлсен играет с Крамником. Значит, повторяем еще раз по-русски. Карлсен Крамник, Муразевич Лека, Гельфанд Пономарев, Аронян Свитлер, Иванчук Ананд. Слушай, ну ты портишь всю картинку. Я тебе сказал, я тебя выгоню сейчас отсюда. Я тебя сейчас выгоню. Еще раз предупреждаю. Я тебе сказал. Я тебе. Я бы хотел, чтобы руководитель нашего пресс-клуба сказал пару слов. I'd like the leader of our press center to say a few words. Since his work will be directly involving you. Thank you.
How far is it to go? From where? Greece. It's from west, but okay, you cross and then you have to find and then you can come to the center. Thank you.
Так, так, так. Вот. Привычка пересчитывать книжки – это очевидно недоверие к сопернику. Да, и отделить черту. Сзади не вижу, что он Владимир тоже пересчитает. Пешки наверняка. Ага, пересчитывает. Точно, тоже не доверяет. Вот так вот всегда. Там пересчитается. Thank you.
Так, зал пока пустой. Вот можно спокойно снять все столики. Вот общая такая панорама. Yours are different. Mine are different. Mm-hmm. Yours sounds like twice as big, no? Okay. But you know, you can make an agreement to exchange these two parts. Put them in the center.